Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы с вами поделиться. Я заказывала кое-что, и хочу вам сегодня рассказать, но потом будет у меня, как обычно, домашний влог. Давайте начнем с айхерба. Пришла мне эта посылка где-то, наверное, неделю назад. Я уже тут потестировала, уход заказала себе, и сейчас, давайте все расскажу. Итак, во-первых, я заказала с новым маме вот это кофе без кофеина. Реально, девочки, я вам очень его советую, если вы не хотите вообще употреблять кофеин, у вас там давление или еще что-то такое, да, прям очень-очень советую. Даже взять баночку на работу и пить, если нет возможности, заварить кофе, вообще супер. По вкусу обычное кофе, реально, такую большую снова бадью маме заказала. Мне, кстати, иногда муж тоже пьет его, так что очень нравится, я советую. Ссылочки я вам все оставлю внизу в инфобоксе. Деткам я заказала вот такие витамины. Витаминчики с цинком. Мы их, правда, еще не открывали, не пробовали. Они все тут запечатаны там внутри. Эта крышка, естественно, детей. 90 штучек. Не знаю, потом попробую, расскажу. Профилактика болезни и всякое такое. Мы еще не открыли, потому что мы сейчас допиваем вот эти вот витамины. Детские Solgar марка. Они идут не такие, как обычные, то есть, видите, в пластиковой упаковке. Но это, насколько я почитала, это сделано специально, чтобы уберечь детей от того, что мало ли, если разобьется, да. То есть, если уронит ребенок вот эту упаковку, то она не расколется, не разобьется. То есть, это специально сделано. По поводу витамин Сайхерб, я могу вам сказать, что девочки, прямо для себя в особенности. Не ленитесь, закажите себе именно Сайхерб. Почему? Потому что, во-первых, марка Solgar на Сайхерб дешевле. Кстати, выглядят эти витаминчики. Очень вкусно. Они просто такие желешки в сахаре. У меня мои детки с удовольствием огромным их едят. Даже младший, хоть он у меня привереда. И я обратила внимание, что, во-первых, дети реально меньше стали болеть. Они более активные в зимний период времени. Да, я даю и зимой. Это именно у меня мультивитамины. И, во-вторых, болезни проходят легче и быстрее. Поэтому очень советую. Качество витаминчиков Сайхерб, оно, конечно, просто на высоте. И два продукта для красоты я заказала. Снова этой моей любимейшей марки, которую я люблю очень, маски. Попробовала все от этой марки маски. И у меня был тоник такой. Я про него уже рассказывала, как-то в пустых баночках. И так его много раз показывала. Этот тоник. Он мне очень сильно понравился. При постоянном применении кожа так осветляется, становится такой, здоровый цвет лица приобретается. Не то чтобы отбеливается, а именно приобретает здоровый цвет лица. Это с витамином С линейка. И я повторила этот тоник вновь, потому что поняла, что он реально крутой, просто. Это даже идет больше как мист, то есть он идет с распылителем и распыляет, очень мелко. Единственное, что закрывайте глаза, когда вы его распыляете, потому что если попадет в глаза, то будет немножко щипать. Содержит витамин С, мне кажется, это нормально. И я решила взять, попробовать эту сыворотку. Точнее, я давно хотела попробовать, но я хотела попробовать еще и крем этой марки. Но у меня сейчас очень много в запасе всяких кремушков, поэтому я решила, что возьму просто серум. Девочки, он обалденный вообще. Он даже лучше, чем, помните, я как-то давно хвалила от Люмине такие Beauty Drops, они, по-моему, называются, такие капсулы с витамином С. Вот это еще лучше. То есть реально после нескольких применений я его наношу сейчас на ночь под крем. Он имеет такую совсем легенькую текстуру, пахнет апельсинкой, точно так же пахнет этот тоник. И просто это нечто, реально. Я с утра встаю, как будто бы я всю ночь спала. Серьезно, настолько классный продукт. Я его очень сильно вам рекомендую, просто какой-то, просто вау. Я вам как-то рассказывала, что у меня от марки Janssen была сыворотка с витамином С. Janssen — это профессиональная, она стоила что-то больше 2000. Вот это, по-моему, стоит 1100 или что-то в этом духе, но я ссылочку вам оставлю. Такой же эффект, реально, даже может быть лучше. Еще у меня была мультивитаминная сыворотка, тоже в ней был витамин С от марки Holy Land.
Вот это реально тоже круто. То есть это наравне с профессиональными марками. Вообще супер. Единственное, что говорят, что витамин С должен быть в матовом стекле обязательно. Ну, не в матовом, а в темном стекле. Не знаю. Но она реально работает. То есть классно. Она очень быстро впитывается, не оставляет липкости, никакой жирности, ничего. И улучшает цвет лица. Даже появляется такой здоровый румянец. Никакой аллергии у меня не вызывает. И румянец именно здоровый. Не как вот диатезный, знаете, а именно здоровый румянец. Очень сильно рекомендую вот эту сыворотку просто. Я вообще, все, это моя любовь, реально. Я теперь хочу попробовать всякие разные другие продукты, но у меня подзакончатся мои запасики. И я обязательно закажу. Вот эта марка, девочки, просто бомба. Я не знаю, маски, тоник вот этот, серум. Я не знаю, хочу еще кремушек для области вокруг глаз у них попробовать. Ну, в общем, много чего хочу еще. Но чуть-чуть попозже, когда у меня запасы закончатся, я себе тоже еще подзакажу. Очень сильно советую. Если вы что-то такое хотите для улучшения цвета лица, зимой, мне кажется, это очень актуально, то я прям советую. Не сушит кожу, ничего. Такой небольшой у меня был заказик. И еще раз у нас такая тут немножко бьюти с вами тематика. Мне часто делаете комплименты по поводу цвета лица и что я такая свежая там и так далее. Я вам хочу, девочки, показать два продукта, которые я очень сильно люблю. Точнее, одно из них я вообще обожаю, а второе, ну так, я тоже люблю. Во-первых, средства для области вокруг глаз. Во-первых, сейчас у меня освещение такое падает как бы сверху, и у меня как будто синяки под глазами, но их на самом деле нет. Вот так, наверное, правильно себя снимать. Да. Вот, но все-таки они у меня есть, и я на самом деле не сильно парюсь на эту тему. И одна девушка меня спросила, крем для области вокруг глаз с эффектом сияния я какой-то использовала. Вообще я не люблю такие средства. Когда-то, может быть, у меня и было такое средство, которое давало такой эффект сияния, как бы, но... Почему я не люблю такие средства? Потому что они дают видимый эффект. А я люблю, когда работает средство, то есть когда оно действительно улучшает состояние кожи. Так вот сейчас я использую под глаза... Сейчас давайте я переверну камеру и покажу вам. Под глазки я сейчас использую вот такое средство от Catrice. Называется камуфляж анти-шейду. Я так понимаю, что против синяков. Я не знаю, есть ли у него тут какой-то номер. Я его покупала давно, использую только тогда, когда светлая кожа, потому что он такой достаточно светленький. Я его наношу либо кистью, но чаще кистью мне больше нравится. Оно такое, ну да, такое не очень красиво выглядит, конечно. Вот я его перенесла на руку, видите, он такой немножко желтоватый, но когда вы распределяете, он хорошо освежает кожу. Не знаю, мне он подходит идеально, не сушит кожу, неплохо маскирует. Его, кстати, можно наслаивать. И, в принципе, оно мне нравится. Единственное, что в нем все время какие-то, вот видите, ворсинки. Я не знаю, то ли это у меня кисточка линяет, то ли что. Но, в общем, ну, средство мне, кстати, нравится. Самая главная моя любимка – это вот такие румяна от марки MAC, которые я тоже использую, когда у меня светлая кожа. И они, несмотря на то, что, видите, такие ярко-ярко-розовые, вот видите, они прям такие... Ну, как бы поросячьи, розовые. Но когда я наношу их на щечки, растушевываю, получается такой румянец, как с мороза. Вот аналог вот этим я не нашла, честно. Ну, я как бы давно уже не искала, но вот так вот называются эти румяшки. I'm a lover оттенок называется. Они содержат в себе небольшие, маленькие-маленькие такие блесточки. Небольшое мерцание есть в них. Но вот эти румяшки, они просто потрясающие. Когда у меня светлая кожа, реально, как будто бы вот после морозца я вышла, и такие прям вот... Главное с ними не переборщить. Они очень хорошо пигментированы, как вы можете заметить, да? И они... То есть их нужно очень аккуратно использовать, хорошо растушевывать, и тогда получается просто такой нереальный румянец. Но это нужно тоже под цвет кожи подбирать, конечно же. Но вот я использую вот эти румяна, и я просто без них жить не могу. Мне кажется, если они у меня закончатся, а они у меня скоро закончатся, но видно, как я их люблю, да, я пойду себе покуплю новые. Так что вот такие вот два средства мне сейчас помогают выглядеть. Да, вот эта текстура, правда, у него какая-то странная. Наверное, у меня кисточка все-таки линяет. Но мне нравится. Вот, так что вот эти два средства помогают мне выглядеть сейчас свежей, красивой.
Вот, и еще сегодня я хочу пойти немножечко разобрать свою гардеробную. Вообще, я всегда разбираю вещи, то есть вот, ну как сказать, вот, например, есть у меня вещи, да, какие-то, они испортились, порвались, там, я не знаю, сильно застирались, там еще что-то. Я их практически все время сразу выбрасываю. Это касается и нижнего белья, там, и носков, всего. То есть я как бы постирала, начинаю складывать, вижу, что что-то где-то порвано, там, я не знаю, кружево разошлось и так далее, я сразу выбрасываю. Но все равно у меня иногда периодически бывают там небольшие залежи, скажем так. В общем, хочу сейчас пойти все поразбирать вместе с вами. Ну что, вот я собрала в пакет, да, надо еще помыть полы, тут, значит, это вещи, которые у меня были дома, я в них ходила, какие-то уже рваные, какие-то уже с неотстиранными пятнами, какие-то уже вообще потеряли свой цвет, вид. Дома я тоже хочу выглядеть красиво, поэтому я от домашних вещей безжалостно избавляюсь. У меня, кстати, домашние вещи хранятся как раз вот в этом комоде. А вот здесь вот у меня такая стопочка, это вещи, которые я буду отдавать. Здесь как раз вот платье из василька, оно мне велико, и поэтому я не ношу тут комбинезон, футболочки, юбка, блузка. Это такое платье у меня длинное в пол, расцветка красивая, но оно такое хлопковое, кстати, очень классное. Но я что-то в последнее время не ношу такие вещи. Ну, если тот, кто, кому я буду предлагать, заберет, то хорошо. Если нет, то их тоже я выброшу. Что у меня в гардеробной, тут освещение, конечно, хромает. Вот, так что вот такой небольшой разбор я сделала. На самом деле, делаю всегда небольшой разбор гардероба, потому что, как я уже сказала, я периодически все сама выбрасываю. То есть, если что-то испортилось, я просто выбрасываю безжалостно. Еще, кстати, вещи, которые, ну, которые у меня вот здесь вот висят, это вещи, скажем так, парадно-выходные, я их так называю. То есть вещи, которые я не ношу дома, а одеваю куда-то там. Даже с детьми там поехать и так далее. Ну, я думаю, вы поняли. Вот. И бывает, что вещи оттуда, ну, либо надъедают, либо что-то с ними становится не так, но оно не еще в хорошем состоянии. То есть вещь при этом нравится, и отдать жалко, и выбросить жалко. Такие вещи я перевожу в домашнюю одежду. Вот, например, вот этот, кстати, кардиган, он у меня тоже был, я его раньше носила на улице, сейчас он мне не нравится, он просто не то, что не нравится, он мне нравится его цвет, но как-то вот уже как парадно-выходную одежду уже не хочется использовать, поэтому я перевела в домашнюю одежду, накидываю, мне очень нравится, кстати. Вот, и так у меня достаточно часто получается, то есть у меня, я мало вещей на самом деле отдаю, у меня часто из гардероба переходит в домашнюю одежду, и домашнюю одежду, то есть я, получается, донашиваю, грубо говоря, до дыр, до пятен неотстиранных, и потом со спокойной душой выбрасываю. Это касается у меня и платьев, и юбок, ну вот брюки, наверное, не всегда, потому что в них не всегда удобно. Даже рубашки, даже белые рубашки, я бывает просто вот так одеваю какую-то, ну вот маечку топ, да, и сверху накидываю рубашку вот как в виде кардигана и хожу так дома. Очень, кстати, симпатично, прикольно, так что тоже так делайте, очень вам советую. И, кстати, хотела спросить, я вообще к чему завела свой вот этот разбор гардероба? К тому, что я тут тусовалась на LaModa. Скоро же Черная пятница, да? Вот, ну, короче, насмотрела там, как всегда, куча всего, мне все надо, как, ну, это как обычно, у меня всегда такая история. В общем, залипла там, и думаю, ну, нет, надо пойти разобрать свой гардероб. Вот, кстати, хотела там блузку, а оказывается, у меня похоже очень есть. Вот, так что да, так что тоже очень полезно, на самом деле, чтобы сэкономить. Разбирать периодически свой гардероб и смотреть, что же есть. Вообще хотела вас спросить, скоро же Черная пятница, да? Вы вообще как-то к ней, скажем так, готовитесь? Что-то будете вообще приобретать на Черную пятницу, ночь этих распродаж или нет? Что касается косметики, например, ну, не сильно большие на нее скидки. По чесноку. Я в прошлый раз купила вот единственное, что средство у меня было от марки Айзенберг. Я купила с большой скидкой в магазине Летуаль. В Ривгоше
больших скидок не было. На фармакосметике были точно такие же скидки, какие они дают обычно. Вот только единственное, что в Литуале, да, в Литуале скидочки есть хорошие. Вот это по прошлой пятнице. И на Ламоде. Напишите, пожалуйста, вы вообще будете что-то приобретать или нет? Я вот поэтому заранее решила посидеть на Ламоде, но выяснилось, мне ничего не надо. Нет, мне всегда все надо, мне всегда много чего нужно. Ну, а с косметикой у меня то же самое, на самом деле. Тоже очень часто провожу ревизию, могу даже просто накраситься, что-то увидеть, какой-то карандаш завалявшийся, засохнувший, и выбросить его. Поэтому я стараюсь не захламляться, но при этом, кстати, я не минималист. И я люблю разнообразие. Вот так. Вот. Ну, в общем, на сегодня я буду с вами прощаться. Я не знаю, надеюсь, вам понравился такой мой влог. В принципе, сейчас уже вечер, я полдня провозилась в гардеробной, меня потому что постоянно дергают то туда, то сюда, мама, в общем, как обычно все. Вот, так что вот так вот. Так что буду с вами прощаться, обязательно напишите по поводу Черной пятницы, будете ли вы где-то что-то покупать, может быть, вы знаете, где можно что-то купить. Технику, например, ну, с техники мне особо тоже ничего не надо. Не, ну, если копнуть, то надо всегда все, да? Вот. Так что буду ждать ваших комментариев, ну а я с вами буду прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!